Когда в 1867 году эта картина попала в коллекцию музея Уффици, ее приписывали Доменико Гирландаю. И потом ученые еще долго спорили о том, чья же это работа, пока, наконец, сравнительно недавно не установили авторство Леонардо да Винчи. Однако до сих пор Благовещение вызывает много разногласий среди исследователей. В частности, так и не установлено, когда именно написана картина. Ее датируют то началом, то концом 70-х годов 15 века. Изображение сцены Благовещения во времена Леонардо да Винчи уже не было новшеством. Правда, обычно ее помещали на фоне архитектуры, подчеркивавшей драматизм этой сцены. Леонардо же изобразил этот сюжет в горизонтальном панно на фоне пейзажа, создававшего особое, прежде неведомое настроение. Геометрическая перспектива строится на изображении каменных блоков, образующих угол стены. На высоте последних кипарисов перспектива внезапно обрывается и исчезает. Ощущение влажного воздуха заставляет вспомнить тогда еще редко употреблявшуюся формулу «Мария – спасительная гавань», объясняющую наличие на картине туманной дымки морского побережья. В этом произведении появляется в качестве фона голубая перспектива – Тоскана, теряющаяся в далекой лазури. О том, как добиться такой перспективы, Веронкью лично консультировал Леонардо, когда тот работал над стандартом, представляющую Венеру и Амуру для Джулиано Медичи. Большая часть работы была выполнена сотрудниками мастерской, но Леонардо собственноручно нанес завершающие штрихи. Несомненно, и эта картина Леонардо отмечена влиянием Вероккио. В подтверждение этому достаточно посмотреть на лепной орнамент столика со священным писанием, явно позаимствованный с надгробного памятника Пьеро и Джованни Медичи в старой резнице церкви Сан-Лоренцо. Композиция также ориентирована на традиционные образцы и подчеркнута, даже педантично решена в строгом соответствии с законом перспективы. Впрочем, это еще больше подчеркивает отдельные нарушения пропорций. Так непомерно длинно выглядит рука Девы Марии, тянущаяся к книге. А вот в драпировках, изображенных так, чтобы ощущалась красота скрытого под ними человеческого тела, чувствуется новаторство Леонардо, который, желая передать пластичность фигур, использовал в качестве моделей гипсовые статуэтки, задрапированные легким материалом. Еще больше отрыв от традиции дает себе знать в натуралистической манере изображения пейзажа, живущего и дышащего луча заходящего солнца, отстоящего против света на первом плане, за парапетом ряда деревьев, до отвесной скалы на берегу моря, теряющейся в дымке на горизонте.